А сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Колоссянам, глава 3, стих 5. Итак, умертвите земные члены ваши. Итак, умертвите земные члены ваши. Значит, что убивайте эти все члены ваши. Слушайте, что мы можем убивать. Первый – блуд, тракаться с девушками, или с девушкой, или мужчиной, если они не своих жена или муж. Без брак – это нельзя. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Дальше. Нечистоту. Все грехов эти все нечисти. Если вы уже читали, или открывайте потом, открывайте. Книга Левит, глава 12. Бог там сказал, что мы можем кушать, или что мы не можем кушать. Если вы будете кушать это хорошо. Если вы будете кушать остальные еда, это нечисти, это грех. Много людей не знают это, потому что ваш пастор, это никогда не научили вас в церковь. Мы не можем кушать, что мы хотим. Мы только можем кушать, что он сказал, что мы можем кушать. Поэтому он сказал, раньше вы должны быть как дети, если вы хотите быть в Царстве Небесном. Слушать его. Дальше. Страсть. Что такое страсть? Быть гей, лесбиянка. Это плохо. Дальше. Злую поход и любостяжание. Очень плохо тоже. Дальше. Которая есть идолослужение, за которое гнев Божий грядит на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь, еще раз, стих 7, в которых и вы никогда обращались, когда вы жили между ними. Вы жили на эти очень плохие жизни. Сделать или заниматься сексом без брака. Девушка одевается как мужчина. Или мужчина, человек одевается как женщина. Кушать нечистую еду. Мы раньше это все сделали. Но сейчас вы уже слышали, что наш Бог сказал. Вам нужно
изменить вашу жизнь. Надо изменить вашу жизнь и сделать, что наш Бог сказал, что Моисей писал в Ветхом Завете. Это то же самое, что он сегодня разговаривает. Еще раз. Стих 7. В которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все эти грехов. Отложите, убивайте эти все грехов. Надо изменить вашу жизнь. Еще раз. А теперь вы отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не надо мачукаться. Не надо мачукаться. Это не хорошее. А что это значит? Мачукаться со своим братом или другом, а потом он будет очень злиться на тебе. Это нехорошее. Дальше. Стих 9. Не говорите лжи друг другу. Не говорите лжи друг другу. Совлекшись этого человека и делами, с делами его. Убивайте этого человека на тебе. Это старый дух, который всегда на грехов. Убивайте этот дух. А сейчас, сегодня, стих 10, облегчись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Еще раз. И облегчись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Что это его? Иисус Христос. Надо сейчас делать, что Он сделал, что Он показал нас, что Он научил нас, что Он сказал, который пророк Моисей уже писал раньше в Ветхом Завете. Надо эти все сделать. А сейчас мы открываем книга Ефесянам, глава 4, стих 22. Мы это будем читать от стих 22 до 25. Книга Ефесянам, глава 4, стих 22. Отложить прежний образ жизни этого человека, как я уже раньше сказал. Отложите эти все. Вы должны быть новый человек сегодня. Надо родиться твой дух еще раз сегодня. Надо быть чистым сегодня. Как сегодня тема? Рожден свыше. Надо быть новый человек сегодня. Надо быть чистым от все слова, которые Иисус сказал. Или что все Моисей писал. Надо изменить вашу жизнь сегодня. Отложите старый человек в тебе. Убивайте этот старый человек. Или этого человека. Надо одеваться новый человек сегодня. Надо быть новый человек сегодня. Еще раз. Отложить прежний образ жизни этого человека, и сливающего в оболочку. Еще раз. Отложить прежний образ жизни этого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и обновиться духом ума вашего,
надо это сделать каждый день. Вы не можете это сделать один день. Но каждый день надо это делать. Убивать это старый, очень зло или злые человек в нас. В нашей духе. Надо убивать его с этим слова от Бога. От нашей Бога. Надо убивать его каждый день, каждый день, каждый день. Что мы можем быть чисты. Я не здесь могу сказать тебе, что я уже совершен. Это неправда. Если это буду сказать, это зло, это ложный. Извиняюсь. Если я это буду сказать сегодня, что я совершен, это неправильно. Неправда. Это ложный. Но надо каждый день драться с этого человека в нам или в нас. Каждый день надо это сделать. И надо изменить наши голова. Надо изменить это. Это что наш Бог здесь сказал. Еще раз. Книга Ефесянам, глава 4, стих 23. А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Знаешь что? Одеваться надо, что мы одеваемся сегодня нового человека, созданного по Богу в праведности, созданного по Богу в праведности и святости истины, и святости истины, которые наш Бог уже создал в праведности. А что такое праведность? Что это значит? Сейчас мы будем читать определение для праведности. То же самое. Наш Бог заповед. Открываем сейчас. Книга Второзакония, глава 6, стих 25. Это определение для праведности. И всем будет наша праведность. И всем будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять все си заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам. Как Он заповедал нам. Это праведность. Надо сегодня одеваться этот новый человек, который Бог создал в праведности, в заповеди Его, в законе Его, что мы будем чисты перед Богом, что мы будем велики в Царстве Небесном. А сейчас я вам говорю шалом. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя, мои люди. До свидания.
say that I'm a Jew with sound art. For years I've been walking around. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.